Минувшим вечером горе лихача пришлось вызволять ДПСникам у железнодорожного переезда на улице Минометчиков. Примерно в 21 час воскресного вечера туго набитый пассажирами «Москвич», пилот которого, видимо, вообразил себя за рулем большого джипа, игнорировал красный сигнал светофора и полез на поднимающийся уже автоматический шлагбаум. То ли не видел он раньше подобного чуда техники, то ли рассудок окончательно алкоголем замутнился. В общем, глупое лихачество закончилось безрезультатно, но упертость нетрезвого водителя на этом не иссякла, и он полез на узкую пешеходную дорожку, прямо около будки смотрителя. И безнадежно там застрял. Тут пришлось понервничать смотрительнице переезда. Женщина только шлагбаум покрасила, веренную территорию в божеский вид привела. И тут к будке ее подходит, качаясь, водитель застрявшего москвича. Откройте, говорит, будку. Я закрыла, не стала открывать. Кто знает? Сильно пьяный? Да, пьяный был сильно. Много их было, да? Их много, полная машина была. Разозлившаяся и напуганная хозяйка тут же вызвала милиционеров. Благо, москвичонок застрял еще до переезда, и ДПСники благополучно извлекли его из ямы. Потом проверили водителя на трубку, которая своим зеленым цветом лишь подтвердила синее состояние своего водителя. И означает это лишь, что права дерзкий водитель не увидит около года. Ладно, хоть не убил никого.